Сегодня я прекрасна, как никогда. Так и сказал? Невероятно. Вау, а ты пойдешь на вечеринку? Конечно, и я обязательно. О, Молли, как она прекрасна. Сегодня я это сделаю, признаюсь ей. Молли, привет. А? Это тебе. Мне не 5 лет. Исчезни. Держи шоколадку. Нет. Цветы. Это невозможно. О, ну почему? Это конец. Молли меня не замечает. Ого. Интересно. Магия. Моя последняя надежда. Алло? Гадалка Дамара слушает. Есть одна девушка, и она меня совершенно не замечает. Все сделаю. Древняя магия, помоги. Правда? Спасибо. О, так быстро. Вот это сервис. Вау, Молли не устоит. Привет, Молли. Это тебе. О, нет, снова он. Ты только посмотри. Вау. Этот браслет должен быть моим. Поцелуй. Размечтался, неудачник. Посмотрим, кто посмеется последним, Молли. Это самый красивый из всех моих браслетов. Никогда его не сниму. А теперь спать. О, как сладко я поспала. А теперь пора вставать. Мой любимый браслет. Какие волосатые руки! Что с ними? О, нет! Что со мной? Это какой-то кошмар. Спокойно, Молли, без паники. Красивое платье меня всегда вручало. О, нет, это теперь мне не по фигуре. И это сидит просто ужасно. О, свадебное. Оно мне всегда к лицу. Но момент сейчас не самый подходящий. А это что? Йоу, ковбой, я Молли, королева прерий. Нет, не то. Отличный бицепс. Может, футболку? Сидит неплохо. И джинсы. Что ж, на первое время сойдет. Душ всегда проясняет мысли. Где полотенце? Нужно смириться с тем, что я парень. Но уход за собой никто не отменял. Заодно и позавтракаю. А теперь прическа. Нет, с волосами нужно что-то делать. А если так? Не лучшая идея. Накрутить волосы? Не вариант. Идеально, строго и лаконично. И что делать дальше? Стейси, Стейси, подожди! Это женский туалет. Теперь мне туда не зайти. Придется ждать. Помада совсем стерлась. Так намного лучше. Давай, Жу. Уровень пройден. Стейси, почему так долго? Новый образ, бунтарка Стейси. Я никуда не спешу. Могу и подождать. Нет, не мое. Может, сделать другую прическу? Сколько можно ждать? Нет, лучше не надо. Где же Молли? Ну все, я захожу. Стейси, сколько можно тебя ждать? Тише, это я, Молли. Вот, посмотри, наша тату дружбы. Лучшие подружки навсегда. Теперь ты мне веришь? Что? Не может быть. Да, это я. Молли, это и правда ты? Ну как? Идем, это долгая история. Может, примеришь это? Нет, мне такой фасон не идет. Осталась только эта странная рубашка с пиджаком. Вау, почему странная? Давай. Это вроде неплохо. Готово. Как я тебе? Отлично выглядишь. Поаккуратнее. Смотри, куда идешь. Что за идиотская рубашка? По-моему, мне идет. Лучше я пойду. Молли, а? Не время флиртовать. Ой, не удержалась. Держи гантели, Молли. Спасибо, Стейси.
Удивительно, но эти гантели стали такими легкими. 35, 36. Ты посмотри на новенького. Отобрал у девчонки гантели и доволен. Чего они смеются? Не обращай внимания. А если так? Вау, молодец, Молли. Ого, да ты крут, парень. Ха, еще бы. Вот видишь? Подержи-ка. Мы должны что-то с этим сделать. Я так больше не могу. Спокойно, Молли. Эта книга может нам помочь. Вот котел. Найдем остальные ингредиенты. Начнем. Сушеные глаза геккона. Побольше базилика. Экстракт слюны медузы. Ну как? Ничего. Ну конечно, нужен ноготь. Твой. А без этого нельзя. Да, получается. Сейчас ты снова станешь... Ой, собакой. Упс, а это мой бывший. Стейси, сделай что-нибудь. Сейчас. Вот это должно помочь. Что? О, нет, только не это. Стейси, умоляю, верни меня обратно. Я пытаюсь. Ничего не вышло. Я все испробовала. Ладно, останусь этим парнем. Пойдем. Любимый фитнес я ни за что не пропущу. Это что за качок? Зачем ему наш фитнес? Ладно, пусть остается. Привет, девочки. Тренер пришел. Какой он милашка. Вы готовы? Занимайте места. Тянемся. И руки в стороны. Ай! Что он делает, тренер? И раз, и два. Хватит, прекрати. Ой, что я наделала? Парень, тебе здесь не место. Молли, лучше нам уйти. Это так странно, но у меня теперь зверский аппетит. Ваш заказ. Спасибо. О, нет, Молли, за тобой. Кто там? Мой бывший. Вот этот? Давай притворимся, что у нас тоже свидание. Молли, ты парень, забыла? Точно. У нас самое романтическое свидание в мире. Пойдем отсюда. Получилось. Дай 5. Теперь можно и поесть. Спасибо, Молли. Ой, что это? Магия. Да это же мой браслет. Скорее звони по этому номеру. О, Дамара, я полюбил тебя с первого взгляда. Никто не отвечает. Может, обеденный перерыв? Что делать? Я знаю. Подожди, я скоро вернусь. Где же он? Наконец-то. Ну и рубашка. Вот, теперь этот браслет твой. Носи с удовольствием. А, вау, я вернулась. О, да. Счастливо оставаться, подруга. Подруга? Что? О, нет. Самые популярные девушки – это чирлидеры. Повторяй за мной, Молли. А может, лучше так? Или колесо? What? А как насчет шпагата? Вау, вы видели? Ну ты классная. Да, неплохо. Вот еще одно правило популярности. Можно стать крутым, если будешь пранковать незаметных ботаников. Нет, мне это не нравится. Пожалуй, я уберу эту записку. Я выброшу ее в урну. Вау, трехочковый, ты крутая, Молли. Что ты наделала? Ты не усвоила урок. Понравилось наше видео? Тогда напиши в комментариях, хотелось ли бы тебе побыть на месте другого человека.
И обязательно подписывайся на наш канал, ставь лайк этому видео и жми на колокольчик. Не пропусти самое интересное на канале Буку.